«Мы против областной мусорной столицы». С таким лозунгом жители Кинешемского района вышли на пикет у здания областного правительства. Они недовольны тем, что недалеко от Наволоку деревни Тарасиха построят новый полигон ТБО. С мусорной проблемой жители Кинешемского района борются уже несколько лет. После закрытия свалки в Кинешме мусор начали свозить рядом с наволоками. Людей беспокоит экологическая ситуация, ведь недалеко от места свалки берут исток две реки, впадающие в Волгу. Здесь же недалеко находится известная здравница. Загрязненная вода могла попасть и в местное водохранилище. Рядом с впадением реки Юндексы находится санаторий союзного значения, где как раз вот Юндекса и несет все эти сточные воды со свалки. Ну, ребята, ну это же экологическая катастрофа. Так же нельзя. Проект строительства нового полигона ТБО как раз сейчас проходит экологическую экспертизу. Поэтому, по словам главы администрации Кинешемского района Сергея Герасимова, говорить об экологической угрозе пока некорректно. Но жители намерены обращаться во всевозможные инстанции. За два дня им удалось собрать более 3500 подписей против открытия полигона ТБО на их территории. Но, как выявил надзорный орган, их мнение не было услышано. Допущено существенное нарушение. При проведении общественных обсуждений в комиссию не были включены представители общественных организаций, а граждане не были своевременно уведомлены о содержании проектной документации. Все эти нарушения, они фактически влекут незаконность и несостоятельность проведенных слушаний.